Наборы, в которых шоколад, конфеты, печенье, кофе и чай, а также бытовая техника, приятные и полезные подарки для медицинского персонала одинцовских больниц. В регионе проходит акция «Спасибо врачам». Мы хотели им прежде всего показать, что они не одни, что все жители Одинцовского округа думают о них и переживают о них, как о людях, которые сейчас нам крайне необходимы. В рамках акции, которая стартовала в регионе 21 мая, было подготовлено более 500 чайных наборов. По словам секретаря подмосковной «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, это небольшой комплимент медикам, который никак не заменит других мер поддержки. У нас сейчас суммарно работает в нашей системе под ковид больше 1000 человек, только по городу Одинцово, по нашему городскому округу. Поэтому, конечно же, все подарки, которые нам сейчас передают, там, от главы, от депутатов, от общественников, конечно, сейчас очень востребованы. Тем самым они улучшают и, так скажем, тяжелую участь врачей в настоящее время. Чайные наборы получили специалисты хирургического, терапевтического и инфекционного корпусов Одинцовской областной больницы, работники Звенигородского центра медицины. А развозить подарки помогли волонтеры, молодогвардейцы и депутаты-единороссы. Это один из крупных центров, самый крупный, значит, в Одинцовском районе, где находятся у нас зараженные ковидом и лечатся. И врачи, конечно, работают тут в условиях тяжелых, потому что сами понимаете, что они не могут поехать домой после работы, как это было еще там недавно, 2-3-4 месяца назад. Они все находятся здесь, если в крайнем случае, значит, у них есть возможность переночевать в гостиницах, которые для них предоставлены, или находятся здесь на работе. И они постоянно занимаются вот жителями нашего городского округа, которые болеют. И, ну, понятно, что совсем не лишнее, когда приезжают люди и благодарят их. Здоровье врачей, работающих с коронавирусными больными, остается в приоритете. Поэтому для них были закуплены средства индивидуальной защиты и незамедлительно переданы в медучреждение. Деятельность по поддержке медиков будет продолжена. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».